Северском районе продолжаются выездные приемные. 17 июня глава муниципалитета Адам Джерим, его заместители, руководители служб района, а также сотрудники поселенческой администрации приняли жителей Калужского сельского поселения. В своих обращениях люди говорили о проблемах с газоснабжением, отсутствием сельского клуба или помещения для мероприятий, утечках воды и выдаче земельных участков многодетным семьям. У меня был вопрос по предоставлению земельных участков многодетным семьям в станице Калужской. Ну, Сергей Васильевич Степанян обещал, что вопрос уточнится, свяжутся, расскажут. Ну, я думаю, что вопрос решится, потому что у нас строится детский сад, и как раз в том районе выделяют семьи, ну, участки для многодетных семей. Поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Ну и, в принципе, вот сегодняшний прием, как бы, ну, у меня вопросов нет. Понравилось и общение сотрудников администрации, и отношения доброжелательные, и наша администрация тоже, Гульфия Салиховна, тоже молодец. Также граждан интересовали вопросы, связанные с земельными выплатами, социальным обеспечением, остановками общественного транспорта, уличным освещением и другим. Каждое обращение районные и местные специалисты постарались разобрать и найти оптимальное решение.